Футбольное первенство области на старте. В высшей лиге уже сыгран один тур. Игры первой лиги начнутся в ближайшие выходные. По информации региональной федерации футбола, основная часть игр будет проходить по субботам. Количество заявленных команд не оставляет сомнения в том, что футбол в Верхневолжье любят. Мы охватываем всю область, все города, которые есть в области, они все играют. Играют и мужскими командами, играют и юношескими командами, и команды детей. 96 команд разных возрастов. Особенность любительского футбола состоит в том, что за команды играют обычные люди – слесари и менеджеры, студенты и инженеры. Здесь нет гонораров и спонсорских контрактов. Все держится на любви к спорту. Особенно это касается первой и второй лиг. У многих команд нет ни финансового средств, чтобы ездить на далекие выезды. Мы пошли команды навстречу и разбили их по зонам, что в первую лигу, что в вторую лигу. Внесет свою лепту в популяризацию любительского футбола и портал «Твериград». 6 мая и до самого окончания первенства на сайте можно будет увидеть лучшие матчи чемпионата области. Причем трансляции будут вестись в прямом эфире. Поэтому, если вы любите футбол, но не имеете возможности прийти и поболеть за свою команду на стадионе, открывайте твериград.ру и смотрите матчи онлайн. Первая трансляция уже завтра в 15:00. В принципиальном поединке сойдутся спортивная школа Олимпийского резерва «Тверь» и футбольный клуб «Лихославль». Юрий Бумбур, Виталий Осипов, Твериград ТВ.